Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня мы поиграем в FIFA 15. Если вы смотрели предыдущий выпуск, в общем-то, я теперь записываю уже FIFA, так скажем, в новом формате, то есть я делаю вырезки интересных моментов. Вот, но на данный момент, когда я снимаю эту серию, я еще не выложил ту серию, еще не знаю, как вы оценили. Но сегодня будет, так скажем, старый добрый матч в полном виде, то есть полноразмерный матч. Я не знаю, как еще сказать. В общем-то, как обстоят у меня дела? Дела обстоят хорошо, как вы видите. У меня уже почти титул 9-го дивизиона. Вот, 4 победы, 4 поражения и 0 ничьи. Давайте посмотрим, какие у меня игры были. Значит, сейчас я вам все расскажу. Последняя игра была на запись, это Реал... подождите, да, Реал Мадрид-Барселона, вот это как раз, которая вырезками была. Матч вышел 3-0, ну, там как бы было, подождите, там было, по-моему, 2-0, потом в итоге отконнектился соперник, и из-за этого 3-0, в общем-то, как-то так. Потом я играл за Зенит, уже вот то, что дальше, это без записи, за Зенит против Ювентуса, тут 3-0, вообще его, так скажем, чисто так распечатал. За Челси я 2-3, чуть не хватило мне Реал Мадрид обойти. Зенит, Боруссия, тут у меня интернет подвел, поэтому 0-3 поражение, как бы за выход. 3-1, Манчестер Юнайтед, я не знаю, в общем-то, ну просто, видимо, соперник, так скажем, попался, ну, чуть ниже уровня, чем я, вот, поэтому мне даже удалось за Зенит распечатать Манчестер Юнайтед. А с Ньюкасл это, к сожалению, тоже интернет меня подвел сегодня, когда я за Зенит играл. Сегодня, опять же, я собираюсь играть за Зенит, потому что на записи я, в принципе, давно не играл, и как вот я почувствовал сам, мне прет играть за Зенит, именно вот, ну, не то, что вот мне нравится, мне, конечно, нравится тоже, но у меня именно прет, то есть именно везет мне, я не знаю, как еще сказать. И, собственно, я чувствую себя как-то уверенно, не знаю, с чем это связано, поэтому вот давайте попробуем сегодня за Зенит сыграть. Наверное, из-за того, что это моя родная команда питерская, может быть, это мне дает какую-то силу, а может быть, просто удача. Ну что, начинаем поиск соперника. Я думаю, что по традиции это будет Спартак, Москва, Локомотив, ЦСКА, ну, хотя, возможно, Порту, возможно, Боруссия, опять же, я не знаю, что-то может быть такое. Ну, давайте, сейчас пока соперник ищется, наверное, я уйду на паузу, а как найдется... Ага. Когда я эти слова говорю, обычно как раз соперник и находится. Поэтому и на паузу уходить не приходится, как я прям это, рифмоплет. Ну что, как я даже не знаю, сделать прогноз-то? Ну, я настроен на лучшее, я верю в победу. Вот только вот подлагивает почему-то непонятно, ну ладно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что мне удастся затащить. Все выйдет просто супер. Лонгшот у меня не выходит за Киржакова, ну ладно. Ну-ка еще разок. Ух ты, ребят, это было круто, только почему подвисло? Короче, гол, что-то с FPS, что-то с FPS проседает, мне сейчас это прекратится. Странная, на самом деле, какая-то картина. Первый раз такое вижу. Почему подвисает, непонятно. Что-то странно. Так, кто соперник? Сейчас, если будет подвисать... Ух ты, Ювентус! Ну, в прошлый раз мне это удалось выиграть 3-0. Посмотрим, что будет сегодня. Итак, начинается матч. Ну что, ребят? Фух. Ну, там не было нарушения. Ну что ж сразу-то с нарушения? Со второй минуты уже я накосячил. Так, посмотрим. Сейчас попробуем оценить по первым минутам уровень соперника. Пока что-то сказать сложно. Так, на Рондона пройдет. Осталось только, опа, обвести. И, может быть, первый? Ух ты, ну, просто, знаете, не повезло. Мог сейчас просто быть быстрый гол. Вот сразу вот чувствуется какой-то прилив реальной энергии, когда играешь за Зенит. Почему именно так, я пока еще не понял. Так, Криша-то пробьем. Ну, ладно, как-то... Оп-оп-оп-оп, перехватываем, ребят. Перехватываем, эх-эх-эх-эх-эх. Ну, соперник, знаете, пока... Смотрите, ну, пасы у него какие четкие, а. Ну, уже продумывает все на ходу, поэтому... Пока я даже не знаю. Не-не-не-не, никаких сейчас головой голов не будет. Так, давай на Киржакова. Ну, Киржаков сейчас у нас рывочек-то сделает, я надеюсь. Отлично. Так, оп-оп-оп-оп. Давай, рывок. Ну, нет, ну это же нарушение, конечно. Теперь вот против меня. Ну что, отсюда подавать центр, наверное, будем. Киржаков подает и... И на Рондона или на Дани, нет, там не получилось ничего, к сожалению. Так, сейчас главное вернуться назад вовремя, потому что Тевис идет. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Не-не-не-не-не-не, ну тут... Не-не-не-не-не, добиваний никаких. Ух, как сегодня Ладыгин, смотрите, справляется. Ох, как удалось спасти, слушайте, вот это матч, вот это матч. Это то, что любят зрители.
Обвел Киржаков в одиночку двоих. Вот это да. Вот это. Ну что, подаем? Кто-нибудь успеет? Халк? Эх, ну не успевал. Так, Дани. Может быть, попробовать забросить? И! Ух, как это было опасно! Это было опасно. Дани красавчик целился ровненько. Слушайте, ну пока, наверное, преимущество за моей, так скажем, на моей стороне. Ну, чисто по моему мнению, не знаю пока, конечно. Ну что, пробьем? О, это было опасно, опять же. Слушайте, Буфон, конечно, вратарь отличный, поэтому ему сегодня будет сложновато. Точнее, мне будет сложновато, а ему, наверное, легко. Ему, я имел в виду, ему будет сложновато забивать, во. Ну, в смысле, ему это ему. Ну, в смысле, не ему самому забивать. Ну, в общем, вы поняли. Оп. Не даем, все. Оп. Давай, Киржаков, ты сегодня мастер обводок. Смотрите, слушайте, что сегодня Киржаков творит, а? А если назад? Как ты узнал, что я тоже назад? Так, ладно. Подача. И головой, Халк! Ничего себе ударчик головой, ребят. Вот это сила. Еще по поворотам, конечно, было бы нормально. Так, ну я думаю, что превосходство по ударам, поворотам, вообще по ударам у меня. Надеюсь на это. Оп, почти я угадал, что он вертанется сейчас и... Перехват, правда, не удался. Эп. Ничего себе, как атакующий меня успевает мою защиту валить. Эх, не пройдет пас. Я не посмотрел, что Рандон тут. Поэтому, оп, да блин. Мог сейчас на ошибке что-то попытаться сделать, но нет. Келлини оттягивает. Банучи оттягивает опять на Келлини. Оп, а тут потеря. А тут надо бороться, но не получилось. Халк, оп. Так, ладно, оттянем. Оп. Молодец. Беги назад на Халка, в смысле. Так, сюда, пас. Пас. И пробивать надо. Эх. Ну ладно, слушайте, хотя бы угловой. Зенит сейчас будет фантазировать у меня. Сейчас он... Я думаю, что все получится. Так, а тут если Рандон... Так, и оп, пробить если. Слушайте, давай, сбивание! Офсайд. Блин, ну это было бы сейчас красиво, если бы чуть-чуть буквально. Буфон, конечно, просто сейчас должен очень постараться, потому что нападающие Ювентуса не особо гонятся атаковать меня. Ну, им приходится пока что защищаться. И снова атака. Дани, там никого нет, почему? Почему никого нет, непонятно вообще. Эх, блин, я думал, Криш-то побежит на мяч, но почему-то он не побежал, поэтому вышло такое недоразумение. Вицель. Нет. Ну, слушайте, рикошеты за рикошетами, а? Так, Халк. Ну, а чё Рандон стоит, главное? Я его говорю, чтобы он бежал, а он что-то не слушается. Эх. Слушайте, ну а водки у него, конечно, красивые, да? Ой-ой-ой, это может быть ошибка, которая мне может дорого стоить. Вы чё издев... Ладыгин. Кому? На чей? На кого записали-то? Это ужасно, ребят. Это позор. Вы понимаете, что я был не в силах. Я не знаю, что произошло. Я всеми силами пытался, чтобы защита выбила мяч подальше. Но они почему-то... Там Ладыгин тоже побежал на мяч. И в итоге получилась какая-то неведомая фигня. Ну что, сейчас будем отыгрываться, что я могу сказать. Автогол это, конечно, не очень хорошо, далеко. Да что ж так мне не прет сегодня? Что ж мне не прет так сегодня? Да... Какая энергетика все-таки, когда я играю за Зенит, а? Прям... Нет, не второй уж точно. Нет. Все, давайте. Кто забил-то, я так и не понял мне. Ну, в смысле, я сам себе. Кто из моих мне забил? В смысле, я себе, ну вы поняли. Нет, никаких забросов сегодня не будет. Все. О, господи. О, боже мой. Вы понимаете, насколько мне сейчас стыдно? Вы понимаете, как я сейчас долбил просто ворота Ювентуса? Изо всех сил старался, и просто сейчас вот такое видеть табло. В смысле, на табло. Даже не знаю, это самый отчаянный, наверное, матч просто. Когда реально не прет. Пытаешься, но ничего сделать не можешь почему-то. Оп, на Халка. А Халк тут может пробежать. Свободное пространство. Упс. Слушайте, ну... Да, отдайте. Халк будет бороться до последнего. Давайте угловой, ладно, я не против. Если скажете угловой, давайте угловой. Так. Ну, теперь я думаю, что пройдет.
Что-то как-то... Ну ладно. О, нормально, Криша-то. А Криша-то сейчас... Оп! Ну опять угловой. Ладно, разыграем еще раз. Попробуем сейчас головой, короче. Подождите, давайте... Он сейчас подумает, что я буду в центр, а я буду вот сюда вот. Блин, Халк-то сильно ударит. Сейчас перебросит. Так, Анюков, ну давай, лонгшот. Лонгшот от Анюкова не получился, к сожалению. Ну ладно. Тем временем первый тайм подходит к концу, что меня немножко печалит, потому что я немножко сейчас обозорился, даже немножко, потому что это ужасно. Это реально ужасно, я себе такого не прощу. Это минимум обидно, это минимум обидно, потому что если бы я сейчас выглядел хуже на фоне соперника, это было бы одно дело. А когда я... Ну сейчас нарушение меня посчитают, да, здорово вообще. А когда я стужусь тут вовсю, и получается так, что аж автогол... Я даже не знаю, что сказать. Надо просто сейчас вообще все силы прикладывать. Еще есть шанс, конечно, на... Да. Мяч начал терять. Есть шансы на замену. Фух, ну сейчас хоть не надо второго автогола. Первый тайм закончился. Сейчас мы посмотрим, как раз кто забил. В свои же ворота у меня. Подождите, где тут посмотреть-то? Криш-то! Криш-то забил, оказывается. Ну... Да, пока замены я не буду делать, замены. Владение мячом, кстати, за моей, на моей стороне. Удары у меня больше. Да, голов у меня меньше. Точнее, ни одного. Ну что, второй тайм. Я надеюсь, что он сейчас нам все скажет, все покажет. Я надеюсь, что я таки смогу свои... Да что ж такое происходит? И что, опять на моей стороне, да? Опять я виноват. Ну окей, ладно, ладно, я уж привык. Что судья не на моей стороне. Бум. Так, давайте, оп. Есть кто-нибудь там? Пройдет на рандон? Не пройдет на рандона. Перехват тоже не удался. Надо не спешить, короче. Не спешить, сказал я. И как-то нелепо пасанул. Вообще, вот сейчас особенно. Оп, туда. Так, ладно, Халк. Молодец какой, а. Смотрите, убежал от всех. А если пас? И тут гол... Не получится, да? Да блин, Витцель тоже. Так, Криша-то. Слушайте, ну... Не знаю, не знаю, Киржаков. Что там у нас? Кто-то травмирован был, стоит там. На чужой стороне. Опа! Хоть и травмированный, но надо играть. Надо играть, Гарсия. Иначе... Иначе не прожить. 2-0. Ну блин, я не знаю даже, вообще не знаю, что делать, потому что у меня таких ситуаций еще не было. У меня, знаете, вот как-то начинается матч, и сразу все проясняется. Вот примерно хотя бы, да? То есть бывает чудо, но... Это было опасно, я уже испугался. Но все равно как-то все проясняется. Вот я по началу матча уже приобрел, так скажем, силы. Понял, что судьба вроде на моей стороне, но в то же время... Ни хрена, мне казалось. Так, и... Оп! Молодец. Так, а теперь... Нет. Не удалось удержать. Молодец. Ну, тут рикошет. И мог быть опасный момент, но... Слава богу, обошлось. Ладыгин. Оп. Скидывает. Так, на Халка, конечно же. Халк, пожалуйста. Халк рывок, конечно, не очень вышел. Но это я уже тороплюсь. Это я уже тороплюсь. А если бы не торопился, возможно, вполне возможно сейчас три гола вообще. Все возможно. Вот сейчас вот мне не торопиться, и все будет окей. Добивание! Да что же это такое? Сколько же у меня ударов и почему ни одного результата нет? Ну хоть один я обязан сегодня забить, хоть один. Я уже смирюсь с поражением. Давайте пас на Халка. Так, оп. Халк в одиночку пускай идет. И пробивает. Да вы издеваетесь, Буфон, ну что же это такое-то? Опа! Да Буфон! Вицель! Кто-нибудь бейте уже! Это сейчас такое мясо было вообще. Просто матч, серьезно, наверное, по энергетике, один из самых лучших. Это сейчас что было? Лихштайнер что-то непонятное сделал, ну ладно. Ой, ну что, что же делать-то? Идти самому? Ладно, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Оп! Оп! Да что ж ты меня обманываешь-то сегодня? Нет, 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 вот сейчас не получится. Сейчас не получится. Так, рандон. Ну что ж ты так далеко мяч отпустил? Меня повалили, опять все это в пределах нормы, как всегда считается. Так, вот сейчас надо будет... Блин, он так далеко мяч отпустил, а я оказался не в то время, не в нужный час, не в том месте. Да блин! Обводит он меня, конечно, здраво. Здраво он меня обводит.
Оп. Киржаков мастер обводки сегодня. Опа. Оп, хорошо, 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 ребят, хорошо, Криша-то. Давай, хоть автогол сегодня был, но надо... Надо... Блин, рикошет от Халка. Да что ж происходит сегодня в этом матче? Ребят, вы понимаете, что это вообще бешеный матч? Рандон, бей! Да, Буффон непробиваемый, ребята. Буффон просто тащит Ювентус на самом-то деле, потому что могло уже быть... Могло уже быть столько всего. Надо замены срочно делать. Я уже забылся, 73-я минута. Надо что-то... Что-то надо... Это что? Это что? Подождите, соперник покинул... В смысле, не покинул, а походу АФК. Давайте мы сейчас сделаем, знаете что? Сейчас сделаем... Блин, да какого хрена-то у него мяч? Фух, я хотел... Я, конечно, бы не забил сейчас в пустые ворота, потому что он не играет. Я так не делаю. Я хотел замены, замены, замены. Можно? О, отлично. Фух, быстрее. Так, Дани... Нет. Киржаков у нас мастер обводки сегодня в Аршавин. Фу, пускай в раздевалочке. Все, отработал сегодня, молодец. Не, сегодня реально Киржаков тащит. И вот так вот. Поехали. Так, что это? Владыгин, убегай. Ну, в смысле, можно и так, в принципе. Оп. Оп, на Халка. Халк, рывок. Рывок, Халк, давай, беги, Халк. Халк. Ну что? Оп. Вот это обводочка. А вот пробить Вицель может... Да Буффон, ну как так-то? Ну, вообще по-читерски просто. Невероятно. Ну как я пробежал мимо мяча-то? Так, так, так. Оп, а если туда закинуть там кто-нибудь? Дани, 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 Дани! Дани, обведи всех! Да. Столько моментов, ребят. Мне просто сейчас, понимаете, я без одного гола остаюсь. В самом, так скажем, энергичном для меня матче. Это как вообще такое возможно? В одном из самых энергичных, хотя бы. Даже если не в самом. Ну, 3-0 не надо делать. 3-0 не надо делать. Так. У нас там Халк свободен. Пускай. Давай, давай, давай. Сегодня Халк тоже тащит. Ну, потеря мяча, конечно. Все, я волнуюсь уже. Я уже волнуюсь, потому что мне уже стрёмно, что может быть 3-0 в легкую. И от этого не по себе, конечно же. Так, ну, блин, не-не-не-не. Не надо мою защиту оттягивать. Мне защитники все равно на месте будут. Владыгин ловит мяч. Фух, что же делать-то, а? Что же делать? Вот это стыдоба, конечно. Нет, точнее, даже это не стыдоба, потому что я старался, да? Но это просто обидно. Это реально вот самый, наверное, обидная для меня игра. Потому что такого как бы даже в сухую, чтобы, это вообще жопа просто полная. 2-0. Угу, еще не хватало третьего тут. Вицель. Подожди, почему Вицель на поле, если я замены сделаю? А, они еще не вышли, что ли? Что-то я не пойму. Еще от меня мяч ушел. Еще серьезно, замены еще не было? Я только сейчас дошло, охренеть, можно. 93-я минута. Ой, фу, 90-я минута. На дополнительное время у меня выходит это, значит, замена. Нет, все, 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 все. Хватай мяч. Так. Последний, наверное, шанс. Последний шанс. Дани, пожалуйста, сделай что-нибудь. Пас на Рандона или на Халк. Халк! Ну, свалили. Можно пенальти? Нельзя? Ладно, что за лонгшоты? Он уже время оттягивает. Давай. Все. Ребят, мне сейчас обидно просто. Чуть ли не до слез. Ну, Буффон, вот респект. Респект. Вот кто согласен, что Буффон просто, можно сказать, ну... Как минимум два мяча, прям такие, что вообще они должны были залететь в ворота, он вытащил. Кто согласен, ребят, пальчик вверх, потому что, ну, это просто жопа. И кому жалко то, что я проиграл, и кто считает, что я боролся очень даже сильно, тоже, ребят, пожалуйста, пальчик вверх, поддержку, потому что такого реально матча у меня еще не было, тем более на запись. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Булкин, оценивайте, комментируйте, не забывайте подписываться, всем удачи и всем пока, ребят.